Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Джонни Паппет, а мы продолжаем с вами играть в игру Control. В предыдущей серии мы с вами остановились на том, что мы нашли телефон Тренча, который передал нам сообщение. Сообщение мы эти передали Эмили. Эмили сказала то, что беда, все, паника, ужас, хаос творится. В общем, нам нужно найти группу, команду доктора Тренча и узнать вообще, что с ними случилось и что там за ситуация происходит в этом большом бюро. Ну а чтобы к ним попасть, нам преграждает путь. Преграждает путь в один сектор, скажем так. А чтобы этот сектор открыть, нам нужно снять изоляцию. Ну, как она здесь называется? Изоляция. Так вот. Еще мы познакомились с крафтом предыдущей серии. А на данный момент... Сейчас я миссию зачитаю. Так, в миссии вспомнить бы, что там было и как, куда, чё, кого. Вот, право директора на ручное управление. Так как мы являемся сейчас директором на данный момент, потому что директора Тренча нет, а мы взяли ствол и мы стали теперь директором. Ну, короче, тут, ребят, тут нужно смотреть заново и сначала. Вот. Внутренняя изоляция, являющаяся чрезвычайной мерой безопасности, прерывает проводимые Джесси поиски пропавшей управленческой команды Тренча в других секторах. Джесси собирается войти в сектор обслуживания, чтобы воспользоваться правом директора на ручное управление и снять внутреннюю изоляцию. Да, только может директор снять. Ну, не то, что снять. Что за снять? Давайте простым русским языком. Короче, открыть доступ к другим локациям. Все, элементарно просто. И понятно. А что у нас такое внутренняя изоляция? Где у нас было... Транспортные расходы, не то, не то. Вот, Маршал, который писал нам различия между изоляциями. Внутренняя изоляция — это инициируемое ручное событие, которое блокирует один и все секторы, ограничивая использование лифта сектора, эффективно изолируя персонал в своем секторе до тех пор, пока не разберутся чрезвычайной ситуации. Снять ее можно, лишь воспользовавшись правом директора на ручное управление в секторе обслуживания, как только директор убедится в том, что ситуация находится под контролем. С внешней изоляцией все намного серьезнее. Ничто никого не упускает и не упускает из целого здания. Это говорит, в общем, нам о том, что покинуть это здание мы навряд ли сможем вообще за весь процесс игры. Это бюро. Вот. Так что как-то так. Ладно, погнали. Надо разобраться, куда тут топать, потому что карта новая, сектор обслуживания. Я куда-то там... Пошел, меня перевалили на всей серии, наступил. А, вот, наоборот, я сюда пришел, окей. У меня теперь два ствола есть. Один вот такой вот. Да блин, почему темно так? Один такой вот дробовичок, как бы. Видите? А второй у нас помповичок. Обычный пистолетик. На них установлен пару модов. Да. Тут есть крафт у нас, мне это нравится. Крафты способности есть. Видите, какой телекинезик. Хотя там называется метание, ну, ладно, не столь важно. Так, что у нас? Ага, вот пришли ребята. Ребята у нас уже второго уровня. Слушайте, а что я это? Блин, я взял пистолет. Где мой тут нагибательский шотган? Во. Перезарядка тут у нас охранительная. Она идет сама по себе и просто вообще бомбистика. Ты что там делаешь? Отлично. Метание у меня прокачано плюс 50 урона, что очень хорошо. Лови. А, я вспомнил. Я эти бочки подорвал сам себе. Около себя. Они меня продамажили. Они меня продамажили. Блин. Слишком... Отлично. Слишком мало места. Для разгончика. Иди сюда. Упал. Чё я это? Время тяну, вы видели? Тут же они урон-то наносят. Ой-ой-ой. Не посмеешься, не побегаешь с ними. Так. Чё-то я куда-то, ребят, изобрел. Чё там сверкает? Ну-ка, у меня есть баллон. У меня есть баллон. What the fuck? Понятно. Идиота. Как-то необдуманно это все, нелогически, да, ребят? Сейчас все сделаем. Сейчас все будет охренительно, по профессионализму. Обращайте внимание на свое окружение. Если падать слишком далеко, вы получите повреждения, несовместимые с жизнью. Печать тоска. Come on. И в целом, ребят, мне эта игра взошла. Она такая вот своеобразная. Такая вот... охренительная, короче, мне она нравится. Хоть и закрытое помещение...
Ну, тем более, это студия... Опять я не туда бегу, да что же. Студия Remedy, где там есть Сэм Лейк, а это очень круто. Он создал Макс Пейна первого, в которого я давным-давно играл. Потом играл Макса Пейна во второго. А вот в третьем мне не удалось поиграть, потому что мне он не понравился. Я почитал обзорчики, и все в таком духе. Это было не мое. Не мое Макс Пейн был. Третий. Там какой-то лысый хрен волосатый, бородатый ходил. Слушай, а что мне со столом? Так, какой? А, да, тот стоит. И все? Что ты там делаешь? Так, ничего, спрятаться. А еще у нас... О, ритуальный импульс, материал. Сейчас я быстро... стороночку отодвину. Смотрите, у нас тут еще какие есть штукенцы. Вот эти активы, материалы, видите, вот эти. Которые мы собираем кусочки. Кусочки всяких разных. Они нам нужны для крафта. Мы с помощью вот этих вот приблудок, материалов, крафтим себе способности. Ну, тут сейчас не могу показать, потому что способности крафтятся у нас на точке сохранения, скажем так. И то точка сохранения здесь она называется по-научному как-то точка... Какая-то точка, ребят. Ну, короче, чекпоинт. Иными словами. Если прям ролиплей вдаваться в подробности, то да, конечно, это тут все капец. Я переживаю эмоционально. Очень плохо сплю. Волнуюсь за Джесси. Ой, что-нибудь потекло. Вы видели, что это потекло снизу? А, нет, это не потекло. Это не дымок пошел. У кого? Дымок пошел. Тут еще есть рукопашка вот такая, но я рукопашкой не пользуюсь, потому что я не хочу пользоваться. Мне она вообще не нравится. Так. Еще раз повторюсь, кто если смотрит не с первого, вообще не сначала. Что это такое? Текстурки нет? А, эффективность перезарядки. Мод на оружие? Нет, мод не хочу. Да, тут моды есть. Я что хотел сказать-то? А, тут 4 пока типа врага. Это вот летучки, ракетницы, обычные вот такие подрывники есть. Вообще это обычные служащие. Обычные служащие, которые... Так, а чего я хожу? Обычные служащие, которые попали... В которых вселилась, скажем так, паранормальная вот эта вот ситуация, которая здесь происходит. И их здесь называют иссами. Конечно, слово дурацкое, невыговариваемое, подсобка уборщика. А еще у нас в самом начале появился уборщик, который сказал, все хорошо, но вид у него было... что там внизу? Вид у него был, что все плохо. Он какой-то был ужасный. О, господи. Вот он уборщик, и он что-то поет. Можно к вам? Ну и дверь у него. Хорошо. Для тебя есть работа. Самое время для поздравлений. Ип! Сатана! Это случилось при последнем падении. Мне нужен помощник. Забавно. Я работал уборщицей. Эта роль мне более близка, чем роль директора. Похоже, только Ахти это видит. Да, привет, Ахти. Слушай, нам нужно снять изоляцию между секторами, иначе я не смогу попасть туда. Ты поможешь мне найти пульт ручного управления? Да, да, легко. Это совсем рядом. Но сначала надо сделать работу. Совсем ненадолго. Всего пару часов. Что-то мне подсказывает, что не все так просто. Ты думаешь, где тут собака зарыта? Да надо сказать, ты не вчера родилась. Ты отличная помощница. Очень хорошо. Я отмечу это в отчете. Мы... Чего в этом доме есть проблема с вредителями? Очень большая. Большая беда с охладительными насосами и генератором. Энергоостановки. И пенсионер внутри чувствует, что петля вокруг его шеи затягивается.
Ситуацию надо исправить, пока установка не взорвалась, и мы не исчезли к чертям собачьим. Стараюсь. Значит, нужно починить генераторы и охладительные насосы, иначе энергоустановка взорвется. Не волнуйся, я оставил инструкции. Ты поймешь, что и к чему, прежде чем я отправлюсь в отпуск. Работа здесь на доске задач. Можешь сделать, когда будет время. Отпуск? Ну да. Да, никто не может отменить мой отпуск. Но не волнуйся, ты справишься, и эта катастрофа исчезнет, как снег весной. Тебе пора идти, чтобы потом не пришлось бежать со всех ног. Дверь сзади ведет к установке. Дверь сзади? Отлично. Спасибо, Ахти. Слушай, я думал, Ахти, ты будешь очень зол, понимаешь? Думал, ты превратишься в большую чудовищную человечка и скажешь... Я вас всех съем, и все в таком духе. Но ты оказался добр. Но с причудами. Что за задание? Что за беспорядок сжечь мусор? Это у нас тут... Жги мусор. Да подожди, на мексиканца он похож. У него акцент такой мексиканский. Миссии. Джесси помогает Ахти сжечь мусор вокруг очага в секторе обслуживания. Не вопрос. Пойдемте жечь мусор. А что же нам еще делать-то? Так. Ого. Ого, мне топать. Жечь мусор. Я, может, просто открыть хочу вот эту штуку. Подождите, а что ближе? Давайте, наверное, все-таки сначала сожгем мусор, а потом уже разберемся с этим генератором. Так, а мусор, подсобку, бочка. Я не туда пошел, нам нужно, по идее, в обратную сторону. Ну, да, я вот сюда вышел, пришел. Белая погоня. Новая миссия. Что-то тут сверкает. Блин! Фак! Господи! Я отложил кирпичики. Что за нафиг? Опять обучение? Меня тошнит из этого места. Предмет силы? Как, по-твоему, он сюда попал? Что за лошадка? Лошадь с карусели? Почему детские вещи такие жуткие? Вообще бредятина. Хорошая лошадка, хорошая. А вот и новая, ребятки, у нас. Обилка. Лошадь карусель паровозов позволяет уклоняться, сделать рывок, использовать их. Покажите, защитите себя. Так, мне приплющило. В общем, лошадь ассоциируется у нас с уклонением. Два. И сейчас мы проходим обучение. Что, с самого начала? Иди в баню. Раз. Ура, у нас получилось. Так, золотые враги невосприимчивы к атакам Джесси. А что ты хочешь? Понятно.
здесь нужно тут уклоняться. Понял. Теперь вы и лошадь связаны. Браво, браво. Веселая погоня. Джесси, Иси, что там? Охренительно. Оп. Что так ярко? Ни хрена ж не видно! А, блин. Ну, к этому я, наверное, был готов. Здорово, ребят, мне под... О, здравствуйте. Обнаружено тайное место. У нас еще добавились сколько очков? У нас уже 3 очка. Мы можем прокачаться, но это потом. Потом. Так. Теперь у нас есть просто офигительная штука. Мне она нравится. Здравствуйте. Уклонение, уворот, рывок. Восстановление энергии взяли. Мод, что ли? Так. Где мы находимся? Подсобки уборщика. Вроде я здесь все забрал. Так, нам надо обойти вокруг. Мы же идем куда? Мы идем, ребята, знаете куда? Вот сюда, в миссии. Узнать, что за мусор. Ага, я пришел сюда. Все-таки не смог открыть. Провалился. Ритуальный импульс. Тоже штука полезная. Возвращаемся, короче, обратно. Okay, so ладно, что еще произойдет, если эта штука рванет? Власти? Взрыву? Слишком много. Ты говоришь обрывистыми фразами. Обязанность директора. Свет включить. О, здравствуй. Меня же там ждут, да? Меня же там ждут? А, надо же нажать. Блин, реализм. Чё ты все время чешешь плечо? Тебя болит ножка? Сейчас тут начнется месиво. Документы. Сбежавший ПС. Эриш. О-о-о-о! Энергоустановка АЭК. Видимо, я не туда попал. Жечь мусор вокруг очага. Я хочу мусор пойти жечь. Вон там, где вопросики горят. Можно сюда? Так, это у нас убежище идет. В нем. Сундук. В сундуке. Останки зоны соприкосновения. Тут клосет. Как нам пройти теперь? Ты кто? А, здесь опасно, идите к шефу Эришу, он внутри. Я думал, тут все в зомбаках, там, паника. Не, Эриш. Эй, мэм, я Эриш, руководитель службы безопасности. Вы разве не должны находиться в убежище? Отстань от меня. Отстань от меня. И у меня задание сжечь мусор очага. Я хочу добряк сделать Ахти. Мне понравился этот мексиканский чувак. Вот. Теперь еще давайте-ка раскатаем. Корона от метания. Странно, тут 50, 50, 50, 50, 50, 75. Вот эту штуку надо прокачать однозначно. Мне нравится, после нее нам дадут ячейка дополнительного персонального мода. Вообще, офигительная штука. А здесь мы можем в этой вот астральной конструкты прокачивать форму оружия или форму оружия или моды. Но для этого нам нужны источники, это нужны мобики.
Вот, моды оружия, персональные моды. Но он крафтит, я вот эту штуку крафтил, он мне дал, знаете что, ребят? Подхил. Он мне дал подхил. Давайте попробуем. Новый персональный мод сконструирован. Эффективность метания. Фак, лучше бы я этого не делал. Лучше бы я это вообще ничего не делал. Ну да ладно. Дайте отсюда выйти. Что, ты что, не активировалась, что ли? Или активировалась? Ну ладно, непонятно, почему-то она красненькая горит. Так, моды. Скорость восстановления энергии плюс 21. Ух ты! Здесь, вот это, по-моему, лучше, которая мне дропнулась. Энергия. Ну, тут можно разобрать, в принципе. За это нам дадут. Давайте разберем. 50 осколков. На данный момент я вижу только, опять же, скорость восстановления энергии для моего телекинеза. Вот это можно разобрать. Вот так вот, наверное, да? 21. Вот это вот снарядить. Да, второй уровень. Вон она, второй уровень. Окей. Погнали. Погнали сжигать мусор. Ну да, только я могу не в ту сторону бежать. Ничего страшного. Ничего страшного. Конечно, охота прям тут полазить, все перерыть. Понасобирать, понакрафтить. Я вроде правильно иду. Или нет? Или ты где-то наверху? Ага, вот сюда. Ты же мне дал ключики, правильно? Все хреново, да. Видимо, блин, нас не пускает туда. Зеленый Вики. Нет, нас туда не пускает. Послушаем полицая, скажем, скажет, что нам делать. Тут рабочие, прикольно, рабочие живут своей жизнью. Давай рассказывай, мужчина. На них рук. Мы на одной стороне. Я Джесси Фейден. Я здесь, чтобы воспользоваться правом директора на снятие изоляции. Да, я руководитель службы безопасности ФКБ Эшен. Постойте, вы новый директор? Очень приятно. К вашим услугам. Давайте обойдемся без формальности, хорошо? Конечно, мисс Фейден. Как вы сами видите, здесь у нас полный бардак, так сказать, полная жопа. Мы здесь держимся, но то, что заразило наших сослуживцев, она заставила их просто с ума сойти. А их продолжает нагреваться, а на моих людей нападает и не дают ничего сделать. А их? Простите, вы жаргон, понимаете? Мы так называем энергоустановку, такую большую. Ну, ты... Сальвадор, начальник службы безопасности, попросил меня назвать ее АЭК. Видите, там опасно. А доктор Дарлинг знал, что на АЭК... Дарлинг, он сам? Нет, он пропал несколько дней назад, еще до того, как все началось. Он был не в себе, нес какую-то ерунду, постоянно болтал об уязвимых сторонах, о том, что один большой рук нужен ему в другом месте. Ну, по крайней мере, он дал нам эти штуки. Ну, как я уже говорил, я не успел прочитать. Дарлинг знал о приближении Иисуса. Послушайте, как и все остальные, я люблю играть в вопросы, ответы, но сейчас нам нужно заняться системой подачи воды и электросистемой, пока не наступил полная жесть. Хорошо, я позабочусь об этом, а вы оставайтесь здесь и постарайтесь не дать Исам нам пасть. Послушайте, радиопередатчики не работают, так что если вы встретите... Да пошел ты в больницу! Я уверен, у него уже есть какой-то план. Я буду следить в оба. Очевидно, что он очень верит в своего босса. Ты тараторщик. Берегите себя. Ты быстро говоришь. Тебя не понят. Все закупорено с трубы. А, засор вернулся?
Сейчас? Какой за сорт? Горит вопрос. Когда трансформаторы и насосы заработают снова, мы сможем вернуть эти детки безопасную температуру. Я надеюсь. О, можно с ним разговаривать. Давайте расскажи-ка мне про Ахти. Вы знаете, вы знакомы с этим Ахти? Хм, конечно. Он мой любимый товарищ попить кофе. Парень знает кучу сумасшедших историй. Он знает больше, чем когда-либо кто-либо здесь, если, конечно, вы сможете понять, что он говорит. Вам известно, откуда он? Думаю, из Швеции. Он оттуда, откуда он и есть. Знаете, некоторые камни лучше не переворачивать. Из Швеции? Ну, про табельное оружие, давай поговорим. Что вам известно о табельном оружии? Немного. Она только для директора. Сальвадор рассказал мне, что видел, как тренчи... Похоже, пистолет может нанести ему серьезный урон. Впрочем, однажды я видел его на фотографии. Он по виду отличается от внешнего. Он модифицирован, клевый, крутой, новый. Новый — это хорошо. Учитывая сложившиеся условия, можно сказать, что новый — это лучший вариант, лучший друг. Табельное оружие — это вот это оружие, которое есть на данный момент у Джесси, которое она забрала вначале у директора. Ну, не то, что забрала, он просто там прилег такой, рядышком прилег, положил пистолет, типа, напускал кетчупа и сказал, вот я, типа, меня нет. И она зашла такая в комнату директора, о, такая, видишь, что за фигня, дай-ка возьму пистолет. И все началось с этой истории. Вот. Так, давайте энергоустановка АЭК. Что представляет собой энергоустановка? Я знаю лишь то, что сказал мне Сальвадор. Она генерирует электричество для бюро, и у нее есть два простых правила. Первое — поддерживать температуру, а второе — никогда ее не открывать. Правило 3 — это секретная информация. Интересно, интересно. Похоже, секреты являются здесь стандартной процедурой. Да, это всего лишь часть работы. Короче, тут третье, это по-любому связано с этими миссами. Кто-то там открыл куда-то портал, и начались вот эти вот паранормальные явления. Эриш, давайте про Эриш. Чем вы здесь занимаетесь, Эриш? Руководитель службы безопасности сектора обслуживания. Я делаю все для того, чтобы всякие здешние странное дерьмо тут не плавало. Обо всем, что я знаю, я узнал от Сальвадора, лучшего агента по безопасности, который когда-либо был. Вы любите этот сектор? Да, я люблю... потому что мы тут, в общем, чиним трубы. И самые охренительные люди в этом здании. Я горжусь своей работой. Мне доводилось работать с такими людьми. Они говорят то, что думают. Мне это нравится. Ну тогда про Иса что-нибудь ляпни. Что вам известно об Исах? Немного лишь то, что я видел. Они используют ту же тактику, которую учили нас Маршал и Сальвадоре, что заставляет меня думать о том, что Исы стерли людей. Чертовски ужасная мысль. Если они же используют то, что находится внутри нас, в любом случае они не очень хотят попасть вам внутрь энергоустановки. Как вы думаете, почему? А я откуда знаю? Они хотят усложнить жизнь и все в таком духе. Получили большую порцию информации. Все закупорено с трубы C и F. Получили большую порцию информации, ребят. Большую. Узнали, что Ахти — это такой чувачок, который давно здесь работает и все его знают. Так, а что нам тут наговорил-то он? Вот. Так. Ириш — это у нас обычный сослуживец. Он служит на безопасности в службе. Вот в этом бюро, в этой вот системе, в секторе обслуживания. Так, там у нас до сих пор все закрыто, перекрыто, да? Поможем нашему Иришу починить под... это АЭК. Но заметьте, ребят, он нам не говорит третий секрет. Вот подлец такой, подлец. Так, чтобы нам ее починить, нам нужно... Так, а где мы? В какой локации? Нам нужно починить энергопреобразователи или починить охладительные насосы. Так, сейчас посмотрим. Ну, первым делом у нас будет, наверное, что это вот, аппарат, ну, в ЭК пойдем, наверное.
Там вот очень много монстриков. Я еще не знаю, там, видите, что-то написано. Но под вопросиками. Так, у меня какой стол? Мой стол. Отлично. Как раз тут у нас есть зомбачки. Исы. Исы это как-то глупо. Иди сюда. Отлично. Бабах! Красиво. Где еще баллон? Есть? Или это они просто сами по себе так взрываются? Ну-ка. Нет, не сами себе. Не долетает, не долетает. Мало. Мало. Вот этот можем? Ну-ка, бочонок. Бочоночек. Ай! Ау! Видимо, она все-таки горит. Отлично, получай. Красиво, красиво. Так, а вот он. Это вот, вот такой был у нас Томаси. Короче, против него, ребят, телекинез вообще не работает. Где он? Против. Смотрите. Может это. А нет, работает. Странно. Там было написано то, что те, кто левитирует, против них не работает телекинез. Типа они типа уклоняются и сами обладают такой способностью. Не знаю, это правда или нет, но. Может, не так работает, как должно работать. Привет. Получай. Получай. Ближний бой тоже хорошо. Хорошая вещь. Мне нравится. Так, это у нас материальчики, материальчики. Лифт закрыт. Может быть, это... Открыт. В смысле? Поломался? Я что, сломал? Слушай, дорогой. Ну ладно. Найдем другой вход, выход. Ну там зелененький есть. Гонечек. Оп. Оп. Центральный вход. Коридор доступа. Куда я еще? А, центр обслуживания. Ух ты. А, вот что нам показывали, да? Ну, здравствуй. Зона соприкосновения. Комната тренировочная. Так, это куда я забрел вообще? Коридор доступа. Ох, нифига мне тут идти. Куда-то я, ребят, видимо, не по сюжету пошел. Что-то тут вообще... закрыто. Да ладно, пускай куда нас ведет, туда и ведет. Тихо, тихо, тихо. Где, где, где? А, вон он на той стороне. Сейчас на баллон возьмем. Где ты, где ты? Только не меня, пожалуйста. Заколебал там. Заспамнился прям. Не в том месте, где надо было. Иди сюда. Конечно. Только я так могу. Оу! Зато... Зато похились. В принципе, ничего страшного. Ничего страшного. Забираем документы. Предупреждение по отчету тенниса. Теннисоты. Или что-то там в этом духе. О, я тут все разломал. Тут взрывом все ломается. Охренительно! Я уже забыл, что у меня есть навык такой. Отличная оборона, новая миссия. Че, пройдем обучение, наверное, и на этом закончим. Давайте посмотрим. Скорее всего, тогда будет обучение. Изучить курс полевой подготовки. Ну, давайте. Миссия, ты начнешься?
это в конце. Дай. А это что такое? Нет, пойдемте сначала изучим миссию. Мне уже страшно. Я даже туда не пойду. Да, видите, здесь сюжет-то не линейный, к сожалению. Вернее, наоборот, линейный. Далеко нас не пустят, не пропустят, пока мы не сделаем задания те, которые должны будем сделать. Ну где фильмушка? Знаете, как показывают, кафель поднимается-то? Что-то он тут не поднимается. Телекинез не работает. Туалет. Все мусорки перерыл. Окей. Эффективность. Чего там? Уборки, обвертки. Так, мы обратно вернулись на энергоустановку. Я думаю, ребят, мы сейчас на этом закончим. Продолжим уже проходить следующие видосики. Не забывайте подписываться на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, вступайте на сервер Discord, делитесь этим видео. Мы уже увидимся в следующем стриме или видосике. Всем пока-пока.